Crossfire жизни нет, блядь. В игроигровом пространстве. Quest to successfully completed. Жопа пидорас, жопа пидорас. Короче, я почитал, что вот лучшая тактика — это делать вот так. Бля, ты кто? Ты приколист? Короче, тут такая пизданутая система, пиздец. Это типа мобилити, атака и дефенс. И вот справа, так, типа, числа того, насколько они развились. И, короче, они развиваются так, типа, что с каждой прошедшей минутой игры, блять, вам, ну, миссии, прибавляется то количество к этому числу, которое ты тут ставишь, типа. И когда, например, мобилити достигает 1000, они начинают там дэшиться. Потом 1000, 2000, они там начинают еще хуешиться, блять. И с этим то же самое. Тут они там щиты начинают использовать и прочее, блять. Какая, блядь, система прокачки, ёбнутая она на всю голову, блядь. Воперы и доперы. Короче, да, и когда вот... Вот сейчас это будет заметно, я думаю, прям во время миссии. Я сейчас... Я видео, короче, смотрел, там написано мобильность выкручивать просто в нахуй, блядь. Это лучшее решение в игре. Я сейчас так сделаю, сейчас будет видно, что пройдет 2 минуты, и они начнут не ходить, как долбоебы, они начнут быстрее бегать. Но это на самом деле неплохая система, все равно тут в игре делать нехуй особо. Гемена. Тут никаких тактик. Тут, ну, тактики будут, что у тебя еще потом будут. У тебя не только 3 пидора будут, тебя там еще дадут больше. Но этих 3 пидоров, например, разделить нельзя. Стой. Вот когда дадут типа несколько таких отрядов, тогда уже какие-то стратегические, тактические действия, наверное, можно будет обдумывать. Ох, ебать. Сука, ебаные африканцы, блядь. Не БТР наша, российская. Бля, тут замес какой-то. Смотри, что я сейчас сделаю.
для FPS без этой локации не существует. Вот типа. Вот сейчас они должны где-то скоро бегать, я не знаю. Ну, мужики идут решать вопрос. А чё они не пиздятся? Бля, пиздят же, пиздец дохуя. Сюжет, наверное, глубочайший. Вот смотри, они что-то еще ездят тут, блядь. Перемещаются, падлы. Опа. Смотри, я включаю резко дефенс. Отмена всего. Блять, друг другу мешают, ходят. Почему? СЛД это шилд, блять. А ДФП это броня самого челика. Почему щит не используется в ведении боевых действий, блять? Где бег обещанный? Вот походу это мобилити на макс работает.
еще вот этого молодого человека убивать. Кто будет? Я? Короче, прям вот так хуярим. Что, они бегать начали, нет? Где обещанная мне беготня, блядь? А это тут откуда взялось? Ебать! Они, кстати, не знают, что вот я их в тыл зашел. Ебать. Почему сиська мнется? Они в плен его берут или что? Блять, он в ахуе. Он поминает своих павших товарищей. О, дурачки. Все, последняя цель. Сейчас они, кстати, круто спрыгнуть должны, модно. А, нет, тут сход. Найс, у них противотанковое так какое-то. Бля, ну вот чисто мультик нахуй. Сидишь, мультик смотришь, боевик. Тут ранг дают от 1 до 5, надо понять, что мне дали.
понять невозможно. Бля, вот охуенная игра, мне она почему-то нравится. Она пиздец тупая, блядь, но она охуенная. Вертолеты. Жопа пидорас. Жопа пидорас. Так, там показали какую-то песчаную бурю, да? Тянет на песок. Две тысячи 578, блять, я либо что-то не понял, нахуй, либо меня наебали, но они должны бегать уже трое. Может, они сейчас будут бегать, может, они типа между миссиями прокачку это получают, не получают ее во время боя. Вот сейчас посмотрим, если они в начале миссии будут бегать, значит прикол работает. 25 миллиметров машинган. Надо брать. Ебать, 85-миллиметровая пушка детям не игрушка. Но этого лоха пусть вопер будет. Бля, новый щит. Типа лучше во всем, походу. И какая-то хуйня, хуй знает что это. Вижу ваф. Только попробуйте мне сейчас не бегать, падлы. Все, у меня два отряда, блядь. Я максимальную тупизну сейчас сделаю. Как не надо играть, наверное, в игры, блядь. Во-во-во! Так, это мои ребята, это лохи, да? Что-то я бега никакого не вижу.
пошли. О, один прорвался. Охуенно. Эти, блядь, вообще все выебаны в жопу, блядь. Ну и что с этим дебилом? Блять, тут походу все. Да, походу замеса не будет. Пацаны не могут залезть. Бля, вот эти долбоёбы, которых мне дали просто на похуй, они лучше отработали моих дураков, которые застрявшие. Надо трахать вертолёт. Я ёбаный даун, я же вам сказал.
Блять, они просто позорят армию советскую. Забудьте про них, идите, блядь, дальше. Бля, пиздец, точка сбора дебилов, нахуй. Короче, сейчас соберу всех ребят в одной точке, чтобы они как турель нахуй по вертолету отработали все вместе. Во! Не, ну красавцы, скажи. Теперь просто добейте выживших. Валитесь все аравы. Ребята идут убивать. Там газуют. Вы в курсе? Они в курсе. Они не в курсе. Но это можно намного быстрее сделать эту миссию, если бы они там хуи, сука, не сосали. Ну, блять, вот уже с двумя отрядами вот что-то поинтереснее стало. Бля, игра охуенная, пиздец. Я вообще не знаю. Бля, лучше, чем все фронт-мишены вместе взятые, нахуй.
что смотреть, как там два дебила, блядь, просто в лицо друг другу стреляют, блядь, это бред ебучий. А здесь прям боевик, нахуй. Жопа пидарас. Теперь у меня два взвода, Ладно, пусть дорог будет. Какой там местности бои? Так, тоже, да? Песчанка такая. Такая серая песчаночка, короче. Серая песчаночка, да ёбаный дебил, блядь, хватит. Серая песчаночка, не? Так, ладно, все, сейф, короче, все. Но игра, блядь, заебись. Select upload file.